Добрый день, дорогие друзья! С вами Юлия Трунина и интернет-магазин перьевых ручек retropen.ru. Сегодня у нас короткий ролик про перьевую ручку Jinhao 51A с пером 1,1 мм. Jinhao стали производить различные перья для этих моделей ручек. И вот сейчас мы посмотрим, как вот эта вот бэшка пишет. Обзор на ручки 51-е есть уже, и я оставлю в описании ссылку, вы можете посмотреть по этой ссылке, а сейчас я заправлю ручку и протестирую ее. Чернила у меня Кэмлин, черненькие, опускаю до предела поршень, погружаю ручку в чернила и поршень выкручиваю. Вот чернил уже достаточно. Вытираю излишки салфеточкой, закручиваю корпус, пробую писать. Перьевая ручка Jinhao 51A, перо 1,1 мм. Соответствует перо маркировке, вертикальная линия действительно 1,1 мм. Если нажать, то перо расширяется, я бы сказала, до 1,5 мм. При этом вертикальная линия шире, чем горизонтальная. Горизонтальная линия где-то 0,8 мм до 0,9 мм. То есть оно такое немножечко как стаб. Не очень резкий перепад толщины линии, но он есть. Корпус пластик. Заправка. Поршень. Перо стальное. Так, что еще? Колпачок, ну, притерт. Пишет гладко. Вот такой вот инструментик. Если вам нужно жирненько что-то написать или заштриховать, теперь такие перья в наличии. Спасибо, что смотрели меня. До следующего ролика.